Здравствуйте, вы смотрите новости ТВК. Прямо сейчас о главных событиях этого дня. Последний день в 2020-м все же будет выходным. Решение в краевом правительстве изменили после обращения президента. Новый год без денег. Пожилые красноярцы жалуются на неразбериху с пенсиями. В ситуации разбирался Виталий Поляков. Он все расскажет в начале выпуска. Городские службы готовятся к работе в празднике. Через 5 минут мы покажем, как именно, а следом разыграем еще одну новогоднюю продуктовую корзину. Не пропустите. Все привыкли видеть буквы ТВК на Копылова 50. И мы тоже, но мы переезжаем. В середине выпуска смотрите специальный репортаж Дарьи Тарасенко о том, что запомнили стены нашего офиса за 23 года. И мы начинаем с хороших новостей. 31 декабря жители Красноярского края будут отдыхать. Кроме того, переносить рабочий день с 31 не будут. И 26 и 27 декабря останутся выходными. Напомню, что в начале декабря власти Красноярского края объявили, что последний день 2020 останется рабочим. Изменили свое решение в правительстве после выступления президента России. Накануне Владимир Путин призвал все регионы страны объявить 31 декабря нерабочим днем. Сразу после этого власти разных субъектов последовали рекомендациям. Среди них Тверская и Оренбургская области, а также Хабаровский и Красноярский край. Тем временем в Красноярске перебои с выплатой пенсий. В почтовых отделениях старикам говорят, денег нет. В пенсионном фонде уверяют, что предупреждали об этом еще в ноябре, но люди никаких объявлений не видели, и многие в отчаянии. Ведь нужно заплатить за квартиру, закупиться к Новому году, а не на что. Где деньги, разбирался Виталий Поляков. Почему мы, пенсионеры, должны помирать с голоду? Что можно купить за 12 тысяч? Что? Кварплата? Вот пальто рвану хожу. Что за одежда? Обидно. К Новому году. В почтовом отделении на 78-й добровольческой бригады у пенсионеров нервы сдают. Пенсия и так крохотная, так еще в декабре ее дали не всем. Галина Николаевна обычно выплату получала 17 числа, но в этот раз на почте сказали, что денег нет, приходите в январе. А как дожить до января, чем платить за коммуналку, как готовиться к празднику, не объяснили. Позже ей позвонили и попросили за пенсией прийти на почту, а там вновь денег нет. Пришла сегодня, здесь столько ругани, столько матов. Нервы друг другу все истрепали, бабушки ругаются, одна стоит еще со вчерашнего. Почта России говорит, что, извините, нам доставки это самое, денежных средств не было, у нас денег нету, выдавать нету. Вот что мы наторгуем, что-то дают за посылки, а за посылки можно разве наторговать? Сегодня Галина Николаевна пенсию все-таки получила, а вот семья Марины Дмитриевны денег до сих пор не увидела. Ей пенсию перечисляют на банковскую карту, а вот супруг посетил почту и был сильно удивлен. Дали всего 800 рублей и отправили домой. Семья Березиных пошла разбираться, но всю выплату так и не дали. Супруги решили с бюрократами не связываться, если денег не хватит, дети помогут. Пенсионный фонд заблокировал счета. Я говорю, а как? Ну, я откуда знаю? Надо было объявление смотреть, что объявление мы вешали на дверь. Я говорю, не может быть. Я говорю, мы ходим с собакой, муж ходит с собакой 4 раза, плюс раз в магазин, мы выходим из дома 5 раз. И мы не могли не видеть объявление. В пенсионном фонде говорят, предупреждали людей еще в прошлом месяце. График выплаты в декабре изменится. Из-за реорганизации Красноярского управления фонда пенсии нужно было получить до 15 числа. Почта должна была вывесить объявления, но не везде они появились. В фонде уверяют, сейчас пенсии выплатили почти всем. На сегодняшний день по этой массе, которая с 16 по 19 число не получила, у нас процент неоплаты даже гораздо меньше, 0,8%. Поэтому предполагаем, что мы лицам, которые хотели получить и не получили, получили уже все. Так и получается, пенсионный фонд вроде предупредил людей у себя на сайте и понадеялся на почтовое отделение, а там пожилых людей уведомить забыли. Эта масса, как называют стариков в пенсионном фонде, оказалась в конце концов виноватой, что вовремя за деньгами не пришла. Сами пенсионеры надеются, что в январе перебоев с выплатами не будет. Виталий Поляков, Сергей Токарев. Новости ТВК. Мы продолжаем, и сейчас к последним данным по коронавирусу. Почти 30 тысяч человек заразились опасной болезнью в России за последние сутки. Это максимальный показатель с начала эпидемии. За последние сутки скончались 635 пациентов. Красноярский край же преодолел порог в 44 тысячи случаев заражений. Только за сегодня к общему числу заболевших прибавились еще 329 человек. 79 из них – жители Красноярска. Число выздоровевших в регионе приблизилось
превышает количество инфицированных. 450 пациентов выписали из стационаров. Красноярский край остается на 7-м месте в рейтинге регионов по числу выявленных случаев COVID-19. Новый год отмечаем дома. Об этом в очередной раз напомнили власти города. И чтобы народ не разгулялся, в мэрии сократили часы работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. А вот сотрудников полиции, которые будут следить за порядком в празднике, станет больше. Какие еще правила установили в мэрии и как будут работать экстренные службы в празднике, знает моя коллега Анна Кузьмина. Она сейчас в студии. Аня, наверное, главный вопрос – фейерверком нас хотя бы порадуют? Сережа, фейерверком порадует, только вот когда и где он будет, в администрации хранят в строгом секрете, чтобы не собирать людей в одном месте. Поэтому многие желающие его просто не увидят. Но, по словам мэра, в этом году уличные пространства компенсируют то, что в этом новом году нет массовых мероприятий. Я хочу сказать, вот теперь, наверное, примерно то, о чем мы мечтали 3 года назад. У нас... Я так образно скажу, даже по центральному ядру, даже собаки с гирляндами бегают. Все планы на Новый год мэр порекомендовал отменить и остаться дома в семейном кругу. Но это, по мнению властей, не обезопасит людей от возможных ЧП. Так сотрудники МЧС просят не нарушать правила безопасности при запуске фейерверков и рекомендуют быть внимательными при использовании электрических приборов. Причины пожаров остаются по-прежнему неосторожное обращение огнем, это в большинстве случаев, и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и короткое замыкание. Ну, с такими показателями мы считаем, что здесь успокаиваться не нужно. Впереди длительные выходные дни, понижение температуры, что в свою очередь увеличивает риск возникновения происшествий, связанных с возгораниями. Также в мэрии заверили, что в усиленном режиме все праздники будут работать дорожные службы. А за ними в это время сможет следить мэр. Теперь у него есть приложение для управления городом. С помощью этой программы глава города может в режиме реального времени следить, где работают дорожные службы и как это влияет на поток машин. И еще одна важная информация про транспорт. Новогодних маршрутов в этом году меньше. И работать они будут не до 4, а до 2 часов ночи. Все 13 специальных маршрутов вы сейчас видите на экране. Их интервал движения от 30 минут. Проследить за ними можно на сайте Красноярск-Гортранса. Стоимость проезда все так же 26 рублей. Схемы и расписание движения новогодних маршрутов будут размещены на официальном сайте администрации города и на портале информирования МКУ Красноярск-Гортранс. А также на портале можно будет отследить движение новогодних маршрутов в режиме онлайн. Что касается в общем новогодних праздников, с 1 по 10 января весь городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Что касается мест, куда можно сходить на праздники, то уже со 2 января начнет работать парк флоры и фауны Ройф-Ручей, дом кино и детский кинотеатр «Мечта». С 5 января начнут открываться музеи и библиотеки. Также в течение каникул в мэрии пообещали организовать работу 92 дворовых катков. Ну и главная информация – это работа медицинских учреждений. Поликлиники Красноярска будут принимать пациентов 3, 6 и 9 января с 8 утра до 16:00. Сокращена работа и у ковидных бригад. Они будут выезжать к больным на дом ежедневно, но с 8 утра до 16:00. В обычном режиме будут работать стационары. На этом у меня все. Сережа. Большое спасибо. Напомню, была Анна Кузьмина, которая рассказала о том, как город будет и службы работать на Новый год и в праздники. Ну а мы переходим к другому, создаем новогоднее настроение и продолжаем разыгрывать нашу новогоднюю корзину. Это уже 4-й вкусный подарок, который предоставили нам наши партнеры, сеть супермаркетов «Империя». Но по традиции получить ее сможет только тот, кто быстрее угадает, где находится наш корреспондент, и затем добежит до места включения. Возле одной из елок нашего города уже находится моя коллега Полина Михальчук. Полина, какие подсказки ты на этот раз можешь дать зрителям, чтобы они узнали, где ты?
Сергей, ну, хочу начать с того, что чувствую себя немножко снегурочкой. Не потому что стою вот тут немного заснеженная возле елочки, а потому что готова дарить нашим зрителям, красноярцам, подарки. Но для того, чтобы вот эта прекрасная корзина от наших партнеров в сети супермаркетов «Империя» досталась кому-то из наших телезрителей, меня нужно найти. Найти по опознавательным знакам, которые я вам сейчас расскажу. Вот посмотрите, сейчас вы видите за моей спиной такую яркую, сверкающую елку. Между прочим, ее называют одной из главных елок района, в котором мы сейчас находимся. Также здесь есть такой ледовый городок. Вот я вижу Снегурочку, Деда Мороза. Есть такая горка, на которой сейчас достаточно много людей. И вот также вижу такую прекрасную иллюминацию в виде звездопада или вот что-то подобное. Ну, я думаю, вот этот уютный скверик, уютный парк очень нетрудно различить и узнать, где мы сейчас находимся. Ну, а пока, я думаю, уже кто-то бежит к нам, давайте я расскажу, что находится вот в этой вот увесистой корзине. Вот я сейчас вижу здесь такой символичный в Новый год. А также вижу ананас, сок, сыр, колбаса и вот даже увеселительный напиток здесь есть. На самом деле, мне кажется, эта корзина прекрасно подойдет к любому новогоднему столу. И тому, кому она достанется, будет самым настоящим счастливчиком, пока мы такого ждем. Пока я передаю слово студии. Спасибо, была Полина Михальчук. Я лично пока сквер не отгадал. Если вы это сделали, то прямо сейчас моя коллега ждет счастливчика, который быстрее всего добежит до нашей съемочной группы и заберет этот вкусный приз. ТВК переезжает. 23 года сердцем телекомпании был офис на Копылова 50, а для всех телезрителей это место связано только с ТВК. Сразу после рекламы покажем все, что скрывалось внутри, и попрощаемся со старым зданием. Через 5 минут узнаем, кто выиграл новогоднюю корзину продуктов от ТВК. Смотрите прямое включение, поднимайте настроение. Мы прямо сейчас уже готовы назвать победителя, который заберет четвертую новогоднюю корзину от наших партнеров в сети супермаркетов «Империя». На прямой связи со студией корреспондент новостей ТВК Полин Михальчук. Полин, кто первый успел добежать до вас? Почему так быстро? Сергей, вот действительно не прошло и, мне кажется, минуты, 30 секунд, как вот нам подбежал мужчина. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Иван. А подскажите, как удалось так быстро нас найти? Где-то неподалеку живете? Да, живу неподалеку. Увидел сюжет, начало сюжета, узнал сразу, где это место и побежал. По каким опознавательным знакам удалось? Елка, скамеечки, то есть они достаточно примечательные. Хорошо, ну мы вас поздравляем, вручаем вот эту прекрасную корзину вам. И по традиции вот наш победитель поздравляет всех наших телезрителей с Новым годом. Давайте пожелаем им чего-нибудь на грядущий год. С Новым годом, уважаемые телезрители. Пусть в новом году у вас сбудется все, что вы пожелаете. Будет много счастья, удачи, любви. Хорошо, спасибо, мы еще раз поздравляем. Напоминаю, что если среди наших телезрителей есть еще те, кому не удалось попытать удачу, это можно будет сделать завтра. Ведь именно завтра мы разыгрываем финальную, пятую нашу новогоднюю корзину. Поэтому смотрите, включайте новости ТВК, не пропустите на это. Очень жаль, хотел услышать от Полины все-таки, где находится, где они находились, потому что я лично не угадал сквер. Может быть, Полин, ты уточнишь? Конечно, это сквер имени Чернышевского, вот мы находимся здесь, такая прекрасная елка, прекрасные фигуры, центральный район называют эту елку одной из главных вот в сквере имени Чернышевского мы были именно. Да, спасибо большое. Напомню, это была моя коллега Полина Михальчук. Она разыгрывала четвертую по счету новогоднюю корзину. И завтра не пропустите очередной розыгрыш, все так же в прямом эфире. Сегодня, к другим новостям, сегодня последний день, когда новости ТВК выходят из этой студии. Уже завтра начнется самый важный этап переезда. Инженеры будут разбирать эфирную аппаратную, которая за моей спиной, вывозить технику в новое помещение в Советском районе. И уже после новогодних праздников наша телекомпания окончательно переедет с Копылова на Водопьяново. Пока мы будем вещать из временной студии. Конечно, по этому офису будем скучать. Для новостейщиков это место почти как второй дом. Многие офисные работники нас поймут. Звучит банально, но это так. Дарья Тарасенко про тележизнь на Копылова.
От «Единой России». А кого послал? Журналиста. Нет, запрещаю послал? Да. Прямо аудиозапись. Ну а что за депутат сделаешь? Будем его писать. Наше утро начинается с кофе и планерки в любимом ньюсруме и заканчивается здесь же в 10 вечера. Некоторые говорят, вы здесь живете, что ли? Ну, почти. Пишем, спорим, смотрим смешные моменты со съемок, читаем письма от зрителей. Да, нам на Копылова все еще присылают письма, написанные от руки. Материмся. Ну, вы же знаете, у этих самых журналюк без мата никак. Но сегодня все вдруг резко застеснялись. Ты долго молчать будешь? Она что-то говорит? Не могу так актерски сыграть. Мне надо же реально что-то, чтобы было. Да, у нас здесь своя атмосфера. Пишешь сюжет, и тебя зовут на пиццу. А что отмечаем? Переезд? Это мне. Наш ньюсрум, наша крепость, ну или второй дом. У каждого с этим местом связано миллион историй. Мне всегда нравилось, когда со съемок приезжают ребята и подбегают к продюсерскому столу и начинают с выпученными глазами рассказывать, как было классно, и ты начинаешь им завидовать. Эх, почему не я был на этой съемке? Вот. Ну, вообще, было здесь уютно. И будет на Водопьяного же тоже уютно? Ну, конечно, безусловно. Мы везде, куда приходим, несем гармонию и уют. Я помню, я даже приносила как-то сюда тапочки домашние. Я переобувалась и ходила в тапочках, потому что это, ну, действительно воспринимается как второй дом. Но ты здесь проводишь 12 часов каждый день. Это больше, чем я провожу дома. Так, нас смотрят там, трудовая инспекция. Нет, ну, у меня много выходных. Все нормально, я не в претензии. А вообще, конечно, ньюсрум – это, ну, сердце новостей. Здесь много происходит разных событий. Много связано с этим местом воспоминаний. И, ну, сказать, что я буду скучать, ну, это, конечно, ничего не сказать. Здесь же мы храним нашу гордость Орфеев за победу в конкурсе ТЭФИ «Регион». Мы их уже упаковали, они готовы к переезду. Это самый ценный груз. Но сейчас я расскажу еще пару секретиков про наш ньюсрум. Вот за моей спиной на шкафу есть наклейка с фамилией, которую нельзя называть. Это пациент берлинской клиники. Но мы эту фамилию называем Навальный. Видите, ничего не произошло. А в кабинете главного редактора есть портрет того, кто это правило не называть фамилию придумал. Вот так что баланс соблюден. Второе любимое место новостейщиков, да и не только, это наша лаунж-зона. Здесь мягкие сиденья, кофе, чай. Ну, красота же. И, конечно, всю эту красоту мы заберем с собой в новый офис на Водопьяного. Но долго никто не засиживается. Продюсер отправляет на опрос. Машины заняты? Не проблема. Сходим на остановку. Сколько здесь опросов мы записали за 20 лет? Не счесть. Пока остановка. Не то чтобы будем скучать, но все же. По пути обратно зайдем в Джемку. Это наш единственный и уже родной магазин в шаговой доступности. О, и Аня здесь. Кажется, только мы здесь делаем выручку на дошираки, флеши и выпечки. Да ладно, мы тоже за ЗОЖ на хлебцах и йогуртах. А вы знаете, что мы уезжаем, переезжаем? Да, знаем. Очень печально, что вы переезжаете. Будете скучать? Обязательно будем. Прям жалко, что вы уходите. Вы всегда вежливые такие, всегда, ну, приятные. Все, время близится к эфиру. Теперь о главном. Место номер один для новостейщиков. Сакральное место – это наша студия. Сегодня мы выходим отсюда в последний раз. Неделю до Нового года и неделю после мы будем выходить из временной такой локации. Но будем надеяться, что все у нас с переездом получится. И уже после праздников мы выйдем из новой студии на Водопьяного. Дарья Тарасенко, Сергей Токарев. Пока еще с Копылова 50. В связи с переездом в редакцию новостей ТВК часто звонят и спрашивают. Вы звоните и спрашиваете, какой у новостей ТВК будет номер телефона. Итак, телефон, который вы уже знаете, 202-0-65. Он и останется у нас. Это цифровой номер, современный. Поэтому его можно без проблем перевести в другой офис. Так что запишите его в свои мобильные или в записные книжки. А вот номер 265-4500 вычеркните. Его уже по техническим причинам перевести будет невозможно. Итак, еще раз. Телефон новостей ТВК. Теперь 202-0-65.
К другим новостям. Депутат Юлия Галямина получила 2 года условно. Такое решение вынес Тверской суд. Ее обвиняют по так называемой «Дадинской статье». Следствие считает, что в начале июля активистка организовала несогласованную акцию против конституционной реформы. Ранее депутата несколько раз обвиняли в нарушениях на митингах. Это и позволило Следственному комитету завести уголовное дело. Изначально прокурор запрашивал для Галяминой 3 года колонии общего режима, однако адвокатам удалось частично отстоять права общественницы. К зданию суда поддержать активистку пришли десятки сторонников. После заседания они скандировали слова «Юля» и «Свободу». При этом адвокаты с решением суда не согласны. Они утверждают, что одних лишь задержаний на протестных акциях недостаточно. Чтобы обвинить человека по Дадинской статье, обвинению нужно доказать, что Галямина причинила вред гражданам или нанесла ущерб имуществу. Однако адвокат Мария Эйсмант уверена, в деле депутата нет ни потерпевших, ни ущерба. То есть просто взять как абсолютные троечники и сказать, ой, что там, КС сказал, что нужно, чтобы была угроза там здоровью граждан, имущества, там физических, юридических лиц, окружающей среде, иным конституционно охраняемым ценностям. О, давайте найдем какую-нибудь конституционно охраняемую ценность и решим, что именно ей Галямина или там Котов, или там Егор угрожают. Какая там есть ценность? Смотришь, а там все, право на жизнь. Они ни у кого не, это право не... никак не нарушали. Право на свободу личной неприкосновенности, право на неприкосновенное жилище, тайные переписки и корреспонденции. Это так же неприятно и так же опасно, как и репрессивность нарастающая в применении этой статьи. В ближайшее время адвокаты намерены обжаловать решение, чтобы добиться полной невиновности Галяминой. Кроме того, депутат говорит, что планирует принять участие в выборах в Госдуму. К другим новостям. Якутского депутата смутили открытые части тела республиканского министра. Необычный разговор прошел во время видеоконференции Госсобрания Якутии. Перед депутатами выступила министр предпринимательства Ирина Высоких. Она предлагала отменить запрет на продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Но это, видимо, депутатов не интересовало. После этого Петр Амосов признался, что во время выступления министра не слушал, а смотрел на открытую часть ее тела. Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела, понимаете? Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за тем то же самое. Это, по крайней мере, ну, не знаю, как назвать, но это, конечно, как мужчина красиво. Но все равно, надо за нами наблюдать. Спасибо. На эти слова министр ответила, что не депутату говорить, как ей одеваться, на что получила замечание от спикера. Девушки сказали, что комментировать высказывания депутатов она не может, и об этом расскажет ее руководству. В соцсетях заявление депутата назвали грубым и отметили, что наряд министра был не таким уж откровенным, чтобы акцентировать на нем внимание. Продолжаем выпуск. Очередное заседание по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске прошло сегодня в арбитражном суде. На этот раз больше всего обсуждали, как специалисты считали объемы загрязнения. И со стороны Росприроднадзора, и со стороны Норильско-Таймырской энергетической компании. Так, основная претензия Росприроднадзора заключалась в том, что НТЭК при подсчете ущерба не учла загрязнение на реке Пясино. Однако юристы компании заявили, в эту реку топливо не попало из-за вовремя установленных бон в месте разлива. Они и сдержали топливо. В свою очередь, Норильско-Таймырская энергетическая компания обвинила ведомство в неточных исследованиях состава топлива и его степени опасности для экологии. Росприроднадзор, по заявлениям юристов компании, проводил измерения на дистиллированной воде, в которой нет никаких примесей. Тогда как в реке Амбарная, куда попала большая часть топлива, и до этого было много вредных веществ от других загрязнителей. Споры были также из-за документов с подсчетами ущерба. В итоге суд так и не смог вынести решение. Заседание перенесли на 29 декабря. За 2020 год региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на левобережье Красноярска собрал порядка 150 тонн пластика, который отправляется на переработку. Другие подробности в сюжете Алины Малиевой. Оля! Оленька, вы мусор собрали, пластик. Молодцы какие!
Ни один детский новогодний праздник не обходится без стежков. Но сегодня Дед Мороз со Снегурочкой дарят подарки не только за таланты ребятишек, но и за пластиковые бутылки. Левобережный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами проводит новогоднюю акцию «Эко-Дед Мороз». До Нового года главные герои праздника проедут по деревням Сухобузимского, Емельяновского и Большемуртинского районов на новогоднем мусоровозе и поменяют подарки на пластик. Собираю пластик в отдельный пакет, чтобы беречь природу. У меня здесь очень много пластика, который потом он приезжает через вот эту машину на переработку. Через переработку из этого пластика делают разные вещи новые. Потому что многим ненужным вещам можно подарить вторую жизнь. Например, вот из одной бутылки вот такой вот можно сделать корабль. Наступай. Или подводную лодку, в которую можно лего-человечков посадить. Мы решили на Новый год сделать приятное, подарить просто эмоцию, подарить как бы радость, чтобы людям донести праздник и ощущение радости. Поэтому мы устроили акцию, решили обратить, во-первых, к своим вопросам, к вопросам экологии, привлечь внимание еще раз, обратить внимание, подарить эмоцию. Красноярская рециклинговая компания активно участвует в мероприятиях, занимается экологическим воспитанием школьников и взрослых. К слову, весь собранный Дед Морозом и Снегурочкой пластик отправится на переработку. Алина Малиева, Сергей Кашин, новости ТВК. Стая собак напала на 9-летнюю школьницу. Ребенок попал в больницу. Все подробности в новостях ТВК через 3 минуты. Кто имеет право занимать место консьержа в подъезде? И что делать, если вы получаете счета за умерших собственников? Вы спрашивали, а мы отвечаем в рубрике «Вопросы ЖКХ» после рекламы. Вы смотрите новости ТВК, и мы продолжаем. Бесплатное питание для школьников, помощь бизнесу на севере и социальная поддержка населения. Такие темы обсуждали сегодня на заключительной в этом году сессии Краевого законодательного собрания. Депутаты подняли вопрос о механизмах налоговой поддержки предпринимателей Арктики и предложили ввести бесплатное питание для детей частных школ. О чем еще говорили на заключительной сессии парламента, расскажем в следующем сюжете. Коллеги, предлагаю двигаться дальше по повестке. Пожалуйста, есть ли еще предложения? 50 вопросов рассмотрели парламентарии на заключительном в этом году заседании. Одна из центральных тем – меры поддержки предпринимателей Севера. Для организации в сфере добычи нефти краевые власти предложили понизить ставки налога на имущество и на прибыль организаций. Инициатива должна поддержать предпринимателей в Арктике и создать хорошие условия для инвестиций в крупнейший проект нефтегазовой отрасли «Восток Ойл», уверен председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Если сегодня мы на нашей территории добывается порядка 4%, то к завершению реализации этого проекта мы выйдем на уровень порядка 19%. Это еще один шаг в плане того, чтобы сделать Красноярский край наиболее привлекательным регионом по инвестиционному климату. Вот. И считаю, что это абсолютно нам по силам, с учетом и специфики, и структуры экономики нашего региона. Много говорили и о социальных проектах. В этом году более 8 миллиардов рублей выделили на стимулирующие выплаты медикам, а также на закупку жизненно необходимых лекарств. И хотя часто возникали перебои с препаратами по вине поставщиков, в следующем году такой проблемы не будет, заявил председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Юрий Данильченко. При наличии препаратов мы как раз купировали те серьезные последствия коронавируса. До конца года мы уже обеспечили себя и считаем, что даже при той пандемии, которую мы ожидаем, не будет тех сбоев. Важно то, что вот эти лекарственные препараты мы на комитете обсуждали, чтобы они доходили до районов Крайнего Севера. Другой законопроект касался бесплатного питания для школьников. Теперь его будут получать младшеклассники частных и православных школ. На эти цели из краевого бюджета выделили 1,5 миллиона рублей. Сейчас этот закон уйдет на доработку для устранения замечаний, уточнила председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова. Мы все время говорим о том, что бюджеты из года в год у нас социальные. И в такой сложнейший период
период, а наша жизнь теперь, видимо, разделилась на до пандемии и после, мы не просто застабилизировали все наши социальные обязательства и взяли на себя ответственность их исполнять неукоснительно, но еще и набираем новые, которые сегодня жизненно необходимы для наших жителей, прежде всего наших ребятишек. Всего в этом году парламентарии провели 12 сессий, обсудили 463 вопроса и приняли 196 законов. Не все вопросы, конечно, успели обсудить, но их законодательное собрание обязательно рассмотрит в следующем году. Елена Армаз, новости ТВК. Сейчас к чрезвычайным происшествиям. В Красноярске стая собак напала на 9-летнюю девочку. Сейчас она находится в больнице. Все произошло накануне в микрорайоне Черемушки. Бродячие собаки набросились на девочку, когда та шла возле 31-й школы. На помощь ребенку пришла сотрудница дома ребенка. Он стоит неподалеку. Женщина услышала крики и отбила девочку от агрессивных животных. Сейчас ребенок с укусами находится в больнице. В департаменте горхозяйства рассказали, что в этом районе отловщики то и дело сталкиваются с сопротивлением местных жителей. Они подкармливают собак и мешают делать свою работу. По данному факту начата проверка следователей. Напомню, в январе этого года новости ТВК рассказывали о череде нападений собак в Красноярске. Как минимум 3 человека погибли от укусов животных. В результате в нескольких районах города ввели режим ЧС. В отношении главы УДИП Евгения Петрюка возбудили уголовное дело за халатность. Он лишился своей должности. В апреле его выпустили из-под домашнего ареста. В Красноярске открылся новый кинотеатр, а жителей города просят стать донорами крови. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». В Красноярске появился новый кинотеатр. Его открыли в торговом квартале на Свободном в Октябрьском районе. Он занял место квадрофильма, который закрылся в сентябре этого года из-за пандемии. В новом кинотеатре работают 3 зала из 4, кассы и гардероб. Стоимость билетов варьируется от 250 рублей до 350. Пока у кинотеатра нет сайта с афишей, но его пообещали запустить в ближайшее время. Красноярский краевой центр крови номер 1 предлагает стать донором крови. Там говорят, что перед новогодними праздниками донорская активность снижается и больницам не хватает крови. Нужны абсолютно все группы, особенно с отрицательным резус-фактором. После сдачи крови донору обещают оплачиваемые 2 дня выходных, а также денежную компенсацию или бесплатное питание в день сдачи. Чтобы стать донором, нужно прийти в центр на Партизана Железняка 3Z с паспортом и с НИЛС. В российский прокат вышел фильм «Катастрофа. Огонь» с кадрами реальных лесных пожаров в Красноярском крае. В кинокартине снялись известные российские актеры. В фильме рассказывается о подвиге пожарных и спасателей. Режиссер картины Алексей Нужный рассказал, что ни одного живого дерева на съемках не поджигали. В павильоне выстроили декорации из спиленных деревьев, а также использовали кадры реальных пожаров. А прямо сейчас наша традиционная для четверга рубрика «Вопросы ЖКХ». Сегодня речь пойдет о консьержах в многоэтажных домах и о квитанциях за жилье. Имеет ли право управляющая компания занимать место консьержа, если общедомового собрания по этому поводу не было? Нет, никакого консьержа без согласования с собственниками управляющая компания сама не имеет права назначать или какие-то деньги ему выплачивать. То есть для этого вы должны провести собрание, утвердить размер оплаты консьержа. Это будет у вас как дополнительная оплата, потому что эта услуга является дополнительной услугой консьерж. Это не содержание, это не текущий ремонт и никакая другая услуга. Поэтому самостоятельно управляющая компания такие решения принимать не имеет права. Приходит квитанция за человека, который умер 12 лет назад. Что нужно сделать, чтобы ее отменили? У нас сегодня в Российской Федерации, везде, так же, как и у нас, в крае и в городе, существует заявительный характер предоставления информации. То есть, если раньше, в 2007-2008 году, ЗАГСы давали данную информацию управляющей компании, то теперь этого не происходит. Если у вас случилось такое горе в семье, у вас не стало человека, и необходимо взять свидетельство, так скажем, о смерти, прийти в свою управляющую компанию, и вам просто, во-первых, и выпишут этого человека, во-вторых, и сменят его как собственника. Конечно, я понимаю, что неприятно получать квитанцию на человека, которого нет. Но пока вы сами не обратитесь за этой услугой, к сожалению, такой информации у управляющей компании, у любой, нет.
Это была Наталья Балабина. Я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-0065. Также пишите в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-4500 или в любых социальных сетях ТВК. На этом мы завершаем уже выпуск. Я напомню, что это был последний выпуск новостей ТВК из этой студии на улице Копылова, 50. Увидимся с вами уже в новых студиях.